Assalomu alaykum qadrli chempionat aziz sayti o'quvchilari va tomoshabinlari. Bugun bizda navbatdagi mehmon bor. 15 yildan ortiq yil davomida O'zbekistonda faoliyat yuritib kelayotgan tajribali futbolchi gruziyalik Kaxi Maxaradze ofisimiz mehmoni bo'lib turibdi. Kaxi Maxaradze haqidagi so'nggi yangiliklardan barchangiz xabardorsiz va bugun Kaxi bizning ofisimizga tashrif buyurib, nimalar bo'lganini va o'sha voqealardan keyin nimalar sodir bo'layotgani haqida ma'lumot berishga qaror qildi va qo'ldan kelgancha savollar beramiz. Oldin aytib qo'yamiz, suhbat rus tilida bo'lib o'tadi, chunki mehmonimiz rus tilida qulayroq so'zlashadi. Shu bois bu borada menga hamkasbim Nikolay Igorovich yordam beradi. Здравствуйте, Кахи. Добрый день. Как вы? Как поживаете? Спасибо, все хорошо. Сперва вот что произошло, вот это коротко можете? Ну, что произошло, вы, наверное, все слышали, что произошло. Меня поставили. Меня как-то получилось так, что меня обвиняют в договорных играх, что я участвую в этих играх. Ну, пока ничего не показали, ничего доказали. Пока идет расследование и ждем, что будет в конце. Вопрос такой, с вами с Федерации футбола кто-то связывался в это вот время, что вы вот находитесь в дисквалификации? Нет, пока еще никто не связывался. Ни на связи, ничего не говорят? Нет, такого не было еще. Вопрос еще такой, ну, прошло уже достаточно много времени, там 2-3 месяца с момента вашей дисквалификации. Почему вы решили сказать только сейчас, такое вот интервью дать? Ну, как решили, если честно, я хочу сказать сейчас такие вещи. Мне просто обидно самому, что так произошло. Играю 15 лет в Узбекистане. Много чего сделал. Здесь это мой, понимаешь, как-то второй родина, брат. Здесь я уже 15 лет. Мне очень больно стало вот такая ситуация. И пока, в данный момент, никто не собирается мне помочь. Или как-то вытащить, разъяснять эту ситуацию полностью. Никто не собирается. И поэтому решил вот приходить в чемпионат Азии и высказать мое мнение, которое это и есть правда. Интервью нашему сайту давал ваш друг Квисишвили. Расскажите, как вообще вы с ним там начали общаться по поэтому? Если знаете, он здесь играл 8 лет. И понимаете, мы грузины, и мы общались очень близко здесь. И у нас были какой-то момент, и он... Друзья, вы сами понимаете, дружба – это большое слово, понимаете? Друзья друг друга не поставляют. Ну, так получился. Может, он не хотел, может, хотел, но он сделал такую вещь, которую неприемлемо. Показали мое фото, показали, что там я какой-то китайцем разговариваю, какой-то мой смс там, или английский. Если честно, я вообще не умею английский. Не писать, не говорить. Даже русский я не могу писать, понимаешь? Да, могу разговаривать. Уже 10 лет здесь выучил русский язык. До сих пор есть у меня проблемы на русском языке. Вот он написал, что я нигде не участвую. Вот так вот вещи, да. Он правильные вещи написал, если честно. Но почему он это сделал, я не понимаю, честно. Ну, как его он никто не просил взять интервью или что-то, понимаешь? Никто его не просил. Ну, как он говорил, что он добавил в чат вас, чтобы доказать китайцу, что у него есть друзья-футболисты. Ну, это как обычно. Может, они могут и вам поставить, понимаешь? Обычно вот так через компьютер, через телефон. Он мне позвонил, я соединяюсь с ними, и выходит человек третий, который я не знал вообще ничего. Я его спрашиваю, кто это человек, он говорит, китайцы Ибамура, мы вместе играли, понимаешь? Ну, это вопрос закончился, потом били такой теми, они хотели, чтобы я играл в этой игре. Но у них это не получилось. Были разговоры, поэтому они меня поставили, получается, понимаешь? Что я не пошел, они, наверное, говорят, там деньги проиграли какой-то. Наверное, они проиграли деньги, я не знаю. А это знали, что я не буду так игры играть, это они знали. Просто получается, человек не один здесь. Не он один здесь, понимаете? Здесь очень большой круг, я хочу сказать. И она выяснится, обязательно гарантирую всех. Она до конца выяснится все полностью. Кто здесь меня, вот так, как говорится, сделал полностью. У меня ничего нет, кроме футбола. Мой любимый дело – это футбол.
И меня после, знаете, что сделали? Некрасиво, неправильно, вот, не знаю как. Я не говорю, что я белый пушистый человек тоже. Белый какой-то разговор. Но я конкретно могу говорить и доказать тоже, что я нигде не участвовал в таких играх. Нигде не участвовал. Может, вы ходили на мне, но я нигде не участвовал. Есть 21 век, есть видео, все есть. Можно посмотреть, пусть люди посмотрят и посмотрят, что где я, что я сделаю вообще. Это не проблема, я не боюсь ничего. Изначально у вас должна была быть дисквалификация полгода, потом вам дали большую дисквалификацию. Что да, вы думали? Мне говорили в федерации, что у тебя будет сначала полгода, что ты не сообщил. Такой разговор был, тебе на тебя вышли, ты не сообщил, уфу. Да, я понимаю, там был кодекс, у нас есть контракты, там какой-то разговор есть, надо сообщить уфу. Ну, я не маленький ребенок, понимаешь, 35 лет уже, где-то мне надо заканчивать. Сейчас идти уфу, говорить, да, вот так, я не хотел это делать, понимаете. А это не сделали, получается, вместо меня сделали другие. А при каких обстоятельствах вы уходили из Локомотива, как вообще все это вам сообщили, дело? Сообщили, мне отдали бумагу и сказали, подписывай контракт, что ты уже... Расторжение я... контракта? Да, вот так. Второй день же отправили. Вот это было, это случилось 5-го, где-то, или 3-4 сентября, это все. Второй день они отправили в бухгалтерии расторжение контракта. Даже команда меня не поддержала. Ни один день не поддержала команда мне. Они ждали, наверное, не знаю, что там, может, они, что они хотели. Они могли меня поддержать, как капитана, как легионера их, который уже сколько лет в Локомотиве играет. Но они это не сделали. Они сразу отправили меня на расторжение контракта. То есть вы ни с кем сейчас из Локомотива не общаетесь? Нет, только ребята там, пару, по три человека, все. Который вот, меня звонит, как дела, как хоккей, туда-сюда, все больше. Ну, и сами хотели, сами в группе где-то там написали или нет, я не виновен, я такой-такой. У меня команда в группе? Да. Ну, ребята все понимают, ребята все знают, что я не виноват здесь. И она вышла уже, она видна уже, посмотрите, как они играют, если честно. Как их результаты прошли после этого разговора, после моего разговора, их результаты как прошел. Если я был виноватым, я не был 6-7 место, понимаешь? И не играл четвертьфинал в кубок. Я ушел, и команда не могут выиграть ни один игру. Даже с Самаркандом, даже с Урханом. Элементарно скажу, Самарканд, Урхан. Ну, многие говорят, что вот именно красные карточки, которые вы взяли, вот это подозрительно. Это Уфа доказала, что там никакой ставки не было. Это точно. АГМК и Джизак меня спорили. Уфа доказала, что никакой ставки там не было. Они мне сказали прямо в лицо и показали бумагу Уфе, когда пришел на этике. А кто вас из футболистов, может быть, из других команд поддержал как-то? Вообще, кто-то из ваших знакомых здесь футбольных? Поддержали, ребята меня позвонили, с кем я играл там. Все понимают, это где-то не договариваются полностью, что вообще происходит насчет меня. И кто меня знает, все понимает, что я так не мог поступить просто. Так, ну вопрос еще такой. С чем вы связываете вот такие вот результаты Локомотива? Вот эти вот плохие? Может быть, там смена тренера? Я честно сожалею, очень сожалею, что команда, моя любимая команда в Узбекистане, вот так происходило. Происходило все, честно. У меня была возможность после этого разговора приходить, еще попросить, еще вернуть мне команду. Ну, уже поздно было уже. Они не захотели, если честно. Захотели вас убрать из команды? Захотели убрать меня из команды. Они убрали меня сразу. Второй день убрали после этого разговора. Они даже не постарались кого-то разбираться, где-то разбираться, посмотреть где-то. Почему, на ваш взгляд, вас убрали из команды? Я не знаю, честно. Надо это разъяснять полностью. Почему так делали, я не понимаю. Почему так команда со мной поступила? Честно, я не понимаю. А у вас есть какие-то подозрения по поводу того, кто мог вот в этих матчах участвовать из команды? Ну, не называя имен, просто думайте. Даже нет у меня подозрений, честно, ни с кем. Подозревание – это неправильно. Если подозреваешь, надо говорить, как сказать, вот ты вот так вот так. Я говорил изначально, что у Локомотива нет такой люди. Я говорил изначально. Но вы сказали, что рано или поздно вот эти вот имена вскроются. Обязательно. Рано или поздно это вскроется. Но это Локомотив или вообще в целом? Я не знаю, как захотят, ребята. Как вот... Сами понимаете, вот чемпионат Узбекистана, я 15 лет здесь. Я много чего видел, понимаете? Сейчас со мной спорят какой-то сумме.
которые не стоит даже пачкаться, понимаешь? У меня был момент, когда привозили $1 млн дома, понимаете, налом. $1 млн домой привозили? Привозили, да. Чтобы сдать матч? Ну да, был разговор такой, понимаешь, и я копеек не взял оттуда, и люди знают это. Очень много людей знают. Это давно было? Ну, давно было, лет 5-4. Ну, вы не согласились, да? Я не согласился. Да. Я пошел в команду и бы сказал совсем. Вот так, ребята, не делайте эту вещь. То есть такие вещи были уже как бы и раньше, до этого? Всегда были такие вещи. В футболе всегда есть такие вещи. Какие у вас вообще в целом планы сейчас? Сейчас планы, честно, вот... Я не, мне не хочется, чтобы меня вот так... В Узбекистане меня очернили, честно. Мне 35 лет, я хотел здесь оставаться, жить. Я учусь в физкультуре, если вы не знаете. Я учил C категорию, начал учиться. И понимаете, я даже не думал об этом вещи, понимаете, как это делать. Ну, понимаете, сам в себе яма не верил, понимаете. Я не хотел такой вещи, что вот так я закончил футбол. Ну, я гарантирую, наверное, не закончу футбол за это. Я буду играть еще. Вот это я надеюсь. Вот это письмо кто разослал? Вы знаете или нет? Я вообще не знаю, честно. Я ничего не знаю. Я кажется, ехал с поезда после игры кубок. И вот это вышло ночью. Я приехал, и второй день утром меня позвали в Уфу. Как сказал, вот как вот расскажешь, мы тебе поможем. Еще такие версии есть, что вот этот матч, вот Карши, их план этот... Разрушили, да? Да, разрушили их план. Получается, да. А потом написали журналисты, что я якобы деньги брал, $100 000, братан, и не сделал. Ну, это чисто бред. Сам понимаете? Ну, не доказан факт. Вообще не было такого. Потому что они поставили деньги, и они проиграли, понимаете? Потому что я человек, который не приветствует такие вещи делать. Нигде и никогда. Чужое мне ничего не надо, если честно. Сейчас, значит, только учитесь и все? В данный момент только учусь, да. А все лицензии остановились? Все остановились. У меня пока все остановится. Ну, футбольная деятельность. Футбольная деятельность меня остановлена, да. А работаете над тем, что там, адвокатом или... Да, мы работаем. Да, мы работаем. С Уфой? Нет, не с Уфой. Нет, адвокатом мы пообщался уже. И понимаешь, там тоже... Какой-то момент есть, обсуждение. Ну, они готовы принять мое дело. Адвокаты не местные, как в зарубежном. То есть, получается, ваша дисквалификация, она только на Узбекистан распространяется? Я не знаю, честно. Я ничего, даже когда вердикт вышел, мне даже не сообщили. Я дома сидел, меня мои друзья смс-ом отправляли это, вердикт мой. Ну, вы апелляцию хотите... Апелляцию я сделал уже, апелляцию. В Уфа подали? В Уфу подали, да. У меня все есть, мне сказали, что... Где-то в декабре, наверное, все скажут, я не знаю, что скажут. А какие-то высшие инстанции, там, КАС или что-то еще такое? Пока я не хочу. Ну, мне говорили тоже, лучше сейчас что-то доказать, надо идти в суд, муд. Ну, я пока я не хочу это делать, понимаете? Пока я не хочу это делать. Потому что эта страна для меня не чужая страна, понимаете? Uh-huh. И сейчас кого-то... Я самому не хочу, кто-то пострадал, понимаете, за это тем. Потому что здесь... Сами понимаете, если бил я виноватым полностью, меня здесь похоронили, сами понимаете. Mm-hmm. И если где-то сдавали игры, то команда, потом били где-то 6-7 место, я опять. Понимаешь, если я мешал этому команду. Mm-hmm. Но все случилось наоборот, понимаете. И все это видите, вы сами журналисты, все прекрасно понимаете. Mm-hmm. Еще один вопрос, может вам не понравится вопрос. Говорите, мы с вами. Вы... От ваших слов я понимаю, что вы чуть обижены Локомотив, да, клубу. И говорите, есть такое, брат, после ухода моего они пустились вниз, там, да. 13-12 место. Ну, сейчас они 12 место. Но может именно вот это событие ваше, короче. Повлияло с командой? Да, может повлияло, может они уже друг друга не верят, может думают, Ты тоже продал, может быть, и тут вот так, может быть. Друг друга подозревают. Да, может так? Не думаю, честно, что они так подозревают. То есть чисто игровые проблемы, да? Чисто игровые проблемы. Чисто игровые проблемы здесь, 100%. Угу. Все, заканчиваем. Последнее слово можете Локомотиву, Уфа или болельщикам? Честно, вот
хочу, вот это мне все сняли, в этом стране. И если скажут, что я должен уехать из страны, я готов уехать, честно. И играть дальше в другое место футбол, если честно. Ну, я думаю, я не заслужил в этом стране так. Так, я думаю. Что со мной сейчас происходит, все. Я не заслужил, честно. То есть хотите еще продолжить карьеру, не хотите завершать? Не хочу завершать, потому что я пока ничего не знаю. Кроме футбола, это мое любимое дело. Я играю его 30 лет уже. 5 лет начал в футбол играть. И понимаете, сейчас забираю такие вещи. Ни за что еще, понимаете? Ни за что. Как хорошо, билет доказательства 100%. Вот показали бы, вот реально. Вот, вот ты деньги брал, вот ты здесь дал, ты сам себе забил. Или ты ошибся вот здесь. Я такого не видел ни разу. И вы тоже, наверное, не видели ничего. Просто как показательная казнь. Ну да, вот так получается. Да. Пока наказали Каха Махарадзе, который 15 лет здесь, в Узбекистане, 50 раз чемпион страны, блядь, 10 раз в клубах нахуй играл. Ну, элементарно, понимаете? Мы тоже так будем делать. А вы сам понимаете, что происходит без футбола. Угу. Спасибо, Кахе. Спасибо вам тоже, за честно. Интервью. Может, еще встретимся. Обязательно, после... еще встретимся. Все. Кадрли окучилар, тамашабилар, біз Кахе Махарадзе біле интервьюні якулляяпміз. Өзіңіз гуах болганыңыздек, сауларымызге мана шундай тарзда жауап берді. Кахе Махарадзе ва футболчылық фаолиятіні давам еттіріш ниетіде екенлігіні малым қылды. Ва оның іші білан хозырды чет еллік адвокатлар ішлеяткені хақыда малымат беріп өтті. Ва балки тез арада яна бір бар интервьюге таклиф қылармыз барчы ішлер болып өткеннен кейін. Ва Кахеге кейінгі фаолиятіде омад тілеп қаламыз. Спасибо за Кахе за интервью. Спасибо вам большое за приглашение. Вам тоже удачи. Кто виновен, пусть докажет и понесет наказание. Да, наказание. Вам спасибо. Спасибо вам тоже.